Вентилятор. Чуть свои не валил. Ай, блин, ты меня увидел. Господи, я так дернулся. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет, привет, привет. Привет, Димас. Как и обещали, ребята, у нас сегодня очень много людей играет. 12 человек, может даже и больше. И вышла сегодня карта новая по Security Breach, и мы решили на ней сразу записать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание на карте Security Breach. Погнали. У меня нычка есть хорошая. Пацаны, как вам карта эта? Очень хорошая. Мне тоже нравится, очень прикольно сделано. Напишите, ребята, в комментариях, как вам вообще карта и стоит ли на ней вообще записывать. Но она весит всего 13 мегабайт. Убили уже одного? А он сам подошел. А, ну все, тогда считается. Давай, два аниматроника. Аниматроник, назад посмотри. Да-да-да, все нормально у нас, тут выживалочка идет. Посади скромника, иди сюда. Я за тебя. Здорово. О, Монти. Монти, Монти. Беги, где ты? Да вот Монти бежит, пацаны. Где ты, Димас? Да я вот здесь, где игрушки, на втором этаже. Он ящики ломает. Димас, он ящики. Здорово. Кокос. Пацаны, будьте осторожны. Очень осторожны. А так, что тут нету будки с фотоаппаратом? Не по канону, не по канону. Иди. Уйди. О, бегите. А где он? Я буду снизу. А он снизу. Он ящики ломает. Понял. Ему нравится ящики ломать? Да. Грязет их. Так, мы ворон, сидим. Они, да. Ребята, что хочу вон? Сказать, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И теперь на канале Димас ТВ можно стать спонсором и получить на классные связи. Роли и плюшки. Эмоджи и всякие приколюшки. Вон, смотри, бежит, бежит. Опа, аниматроники нулевые. Так, пацаны, как вы думаете, он сюда забежит к нам? А, у нас не увидел. Все отлично, все отлично. Представьте, что будет в конце жопа. Все аниматроники и один выживший. И когда будет один выживший, он сможет использовать оружие. Да. Это будет жестко вообще. Ой, беги! Бегите! Блин, глупцы! Мы чуть не погибли. Еще б чуть-чуть. 10 хп, да, кстати. У нас все было по... у нас с самого начала было по 20 хп. Чтоб люди быстро умирали. Радекс, еще один. Да ладно, пацаны, вы что так? Пацаны, у меня нычка есть хорошая. А сюда можно выйти на улицу или нет? Нет. Димас, беги! Димас, повернись, поди вас, иди сюда. Димас, я сзади, сзади, сзади. Не, не нормально, я вот так в уголочку постою немножко здесь. Где они Димас? Нас пока не видят. Вы что, не профессионал? Ой, я бегу, я вспомнил. Ой, мне надо купить молока. Хлеба. А, ну обычно хлеба, но уже хлеб есть дома, уже 100 булок купил за ролики. Пора хлеба. Ой, молока. О, васаби, у вас. Привет. Место крутое. Так, интересно, сюда можно заходить во все двери? Давайте поизучаем карту. Радекс, Радекс, так, тут дверь должна быть. Тут тоже народа делают. Я не могу найти. Димас, еще одного убили. А, отлично. Это что, уже 4 аниматроника? Да. Офинтеть. Так, прыгать не буду. Пацаны, будьте осторожны, 20 хп, вы же прыгать нельзя. Рокси бежит. Рокси тупит. Да ну, Рокси не бежит, точно, что Рокси тупит. Так, пацаны, идемте со мной, я знаю одно место, куда они не смогут нас убить. О, идем. Давай. Только никому не говорите, никому не говорите за это место. Тихо, так. Вон они там, иди туда. Иди. Ой, туда, а тут... вон они. Ай, стой, стой, бегите назад, я вспомнил. И это не то место, не то, не то. Ты вспомнил, надо воды купить домой, да? Че ты умничаешь? Беги. Ой, Монти. Ой. Приготовьтесь. Так, Мансим. Яма, говорит. Давай. Он не даст нам пройти. Так, как это не даст? Пусть научится сначала играть. Я вас видел теперь. Пацаны, представьте, карту доделают, потом будет куча здесь входов, и все будет работать. Да. Слушай, васаби. Может, это заготовка просто? Это читерская. Давай, выходи. Я выхожу, извините, пацаны, я же забыл. Все, Димас, пошли. Пошли быстрее. Дверь можно открыть здесь. Я же помню по сюжетке, здесь можно было открывать дверь. Они сделали, молодцы. Наконец. Тимофей умер. Да я уже давно умер. Ух, я убежал. А, ну понятно.
Беги на второй так, этаж. Монти бежит, все бегают. Вот. Сколько аниматроников? 4 или 5? 4. Все 4 аниматроника. Я провалился под карту. Димас, я тебя видел, я этот Спанч Боб. Да? Мужик. Скверпенс. Димас, идем в туныч. Это страшно. Идем. Почему я, когда выбираю аниматроников, я проваливаюсь под карту? А Красный, ты еще живой? Сказать? Да, я живой еще. И я живой. Ладно, я их просто метро убить буду. Дима, стой, 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 назад. Двери сюда, не сюда, закрываются. Сюда за мной. Еночек, у меня, кстати, то же самое. Я вот не могу выбрать. Не, ну все, Рокси, я их нашел. Все. О, смотри, да. Нычка какая. Дима, на кнопке вижу. Нет, дверь не откро... не работает. Ну, не, ну, не, Рокси что? Бежит. Где? Дима, да вот. Так можно было и умереть по тупости. Димас, он сверху бежит чика. Не, нормально, нормально, пацаны, мы должны затащить. Просто надо быть очень внимательным. Видите, они хитрят, хитрят. Не получится. Не-не-не-не-не-не-не. Какос ты где? Я если я скажу, только мне придет. Иди. Они в магазине. Она бегает туда-сюда. Да ты дурак, что ли? Аккуратно. Очень странно. Два слова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему звук такой был? Данил, ты, у тебя какой скин? На связи. Мне скин доктора. Да ты дурак, зачем ты меня хаваешь? Тихо-тихо-тихо, надо быть внимательным. Так, ну что, когда останется последний выживший, мне интересно. Я не знаю. А сколько, кто еще живой? Слушай, Радок. Я еще живой. Я живой. Дима, можно я тебя просто монтировкой забью? Ты дурак, что ли? Ты что, психованный? Отойди. Нет. Если ты не забыл, я вроде как это... А, Радок. Он фиолетовый человек. Да, я фиолетовый человек. А что, можно выбрать фиолетового человека? Хотите, можете играть за фиолетового человека. Прикол. Хотите? Да. Давайте, покажите а мощь. Части. Ну, который, помните, мы записывали не так давно фиолетовых челиков? Я знаю. Просто если взять других, будет не оптимизировано. Пилпак. Привет, привет. Пилпак самый верхний. А, понятно. Так, Рокси бежит. Ну, знаете, тяжеловато играть, не спорю, медленные. Охранники слишком быстрые. Это ну, так я... учись, это ж следующее, этот... Это уже под утро время, усложняется ситуация. Толкайся. 10 хп. Мне просто коснется муха, я умру. Да. Минус один. Это плюс что спринг трапа. Димас, я иду за тобой. Ты шли не сможешь. Уйди. Нет. А отвали, дурачок, я тебя боюсь. Серьезно, так боюсь фиолетового человека? Это такое страшное. 4-3, вы что, дураки, что ли? Они чуть своих не валил. Ай, блин, ты меня увидел. Господи, я так дернулся. Фух. Ребята, ставьте лайк за такие страхи. А кто еще выжил? Кто еще вышел? Я еще выжил. Так, ну давайте тоже возьмем фиолетового человека. Почему бы и нет? Что ты испугал? Да ты дурак. Ну чё, всех убили или нет? Я ещё остался. Давай, можете, ребята, использовать оружку. Покажите мощь оружия. А где вы, пацаны? Интересно. Я бегу. Это у нас движ на сервере. А ну и не повторяйте звуки, вы что? Так кто еще тогда? Ну что, вы видите их или нет? Что, пацаны, я иду в бой. Где ты? А, вон он! Ого, ящики бьет. А сколько хп у аниматроников? А, мало. А че я не слышу ни выстрелов, ничего, не боятся выходить, да? А он нас бьет. Вижу, вот он. Вот это движ за ним, смотрите. Выжить не... Убили его или нет? Да. А, он за робота играет? Да, он за робота. Офигеть, смотрите, прикольный скин у нас есть. Я уже и забыл про него. По приказу генерала Гасса, приказ сам не убил. Он сейчас умрет. А, нет. Сколько у него жизни? Он не сможет выиграть. Давайте, я с этой стороны бегу. Вот это жесть. Давайте с этой.
Ах ты подлец этакий, все за ним, блин. Мощь, мощь. Умер. Из-за того, что спрыгнул просто. Сам умер? Ребята, давайте теперь хотите, я хочу один повыживать, а вы будете все за мной гоняться. Давай. 3, 2, 1. Я один против всех фиолетовых человеков. Ребята, это очень жестко. Но знаете что? Выиграет сильнейший. Кто дольше всех продержится? А. Это кто поумнее? Можно я попробую один? Ну давай, давай, хорошо, погнали. Один ты. Так, тихо. Раз, два, три. А у кокоса 500 попробуем. А мы его с одного удара все равно убьем, не переживайте. Один удар. Они большой тут все. Да, не зови, даже сейчас будет 2000, он все равно убьет. Еще мочи, да, хорошо, давай. Мы с тобой так не договаривали. Диман, зажимайте, зажимайте, зажимайте. Давайте еще одну тычку. Все бежим на опережение. Правильно, пацаны, нас много. Мы должны... Все. 3, 2, 1. Все. Пацаны, как вы думаете, за сколько времени он умрет? За 2 минуты. 5 секунд. Нет. Вот он, вот он, вот он. Опа, еще бы чуть-чуть и попал. Так, надо бежать сюда. Любому сейчас сюда побежит. Ой, не сюда. Связи. Давай, забейте. Открываем двери. Ну чё, где этот челепиздрик? Вот он. Ох, как рядом все, но никто не попал. Так, на опережение. Да-да-да, надо на опережение бить. Их, почти. Да, я видел, еще чуть-чуть, да сопляк. Ну давай, иди сюда, щенок вонячий. Все. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. О. Еще. Спасибо. Пока. Понятно.